Каталаки готовят к многочасовому перелету. Работающая велодорожка идеально имитирует шум двигателя самолета. Полтора года назад семья Гафуровых подобрала бездомную беременную кошку. Из четырех родившихся котят выжил только Лаки, счастливчик с английского. Мы сначала искали для него хозяев в Челнах, потому что у нас уже есть свои животные. И в Челнах, к сожалению, в ближайших городах никто не отозвался, чтобы взять этого необычного мальчика к себе. И нашлись желающие, целые три семьи, которые захотели взять его к себе в Германии. У Лаки неврологическое расстройство координации движения. И семья Гафуровых очень надеется, что немецкие врачи смогут поставить его на лапы. Хочется, чтобы он был в более хороших условиях. Мы ему можем, что можем, то даем. Там хотят его сразу сводить к ветеринару, посмотреть, сделать диагностику, может быть, чем-то помогут, может, лучше станет ходить он. Вот. Скучать не будете? Будем. Сначала счастливчика ждет дорога до Москвы, оттуда самолетом он долетит до Германии. Немецкая семья, у которой теперь будет жить Лаки, обещает отправлять Гафуровым видеоотчеты, чтобы тоска по счастливчику не была такой острой. Юлия Шабанова, Эльвира Ермакова, Петр Греков, эфир 24.